Привет всем любителям метаба. Сегодня у нас на ремонте штороборезы от этой компании. Один я уже посмотрел, хоть у него здесь и есть защита от закусывания, их фирменная, но вот что произошло с шестерней. Редуктор здесь необычный, как у ушей. Здесь вот одна часть, как у обычной болгарки, и еще один редуктор. Здесь все он стружки, мыть надо. Заказали мы на этот штороборез все шестерни. Здесь тоже люфт, вот эта штука в сборе идет как одна запчасть. Вот, а на втором я его еще не разбирал, но он его носил в ремонт, ну как раз вот здесь меняли подшипник. Но сел он не к нам, как там сказали, поменяли на хороший макитовский подшипник. Ну, макита подшипники не делают, я понял, что они имели в виду, ну то есть из какого-то артикула макитовского. Ну смотрите, 3 месяца прошло, или даже месяц, не знаю. Короче, месяц или 3, и вот опять такая же фигня, там подшипник либо полностью рассыпался, либо я не знаю, что там произошло такое. Короче, здесь с двигателем все нормально, чисто вот в редукторе поменять некоторые шестерни, вот в этом дополнительном, которые как у болгарки там все остается. Получается на 14 тысяч. Сейчас откроем этот. Немцев, как и у Боша, и у Метаба, любят они Торкс. Сняли кожух. Да, модель МФЕ-40. Не хочет. Смазка воняет. Такое ощущение, что она перегретая тут не слабо. Подшипник вообще наглухо. И второй. Игольчатый рассыпался. Ну, здесь надо все мыть. Сейчас все вычистим и по-любому в мойку, потому что здесь всякие опилки, осколки, мелкие детали от игольчатого. Ну, давайте попробуем включить, как он вообще рабочий ли он. Мигнула лампочка.
аккуратненько. Смотрим дальше. Как бы на этом останавливаться не надо. Есть такие сервисники, которые вот типа там работает, значит можно дальше не смотреть. Ну примерно вот как получилось, там этот подшипник поменяли, игольчатый, может был уже на грани, и шестерня изношена уже не слабо. Тоже надо отверткой. Затянули хорошо. Хорошо, когда есть весь инструмент. Эти все подкладки, прокладки. Ну, здесь у нас реально все нормально. Но мы все равно разберем, потому что нам надо помыть. А там, кстати, штроборезия, вот эта шестерня тоже подизношена, но можно поставить ее, я думаю, и он еще поработает. Потому что именно эту шестерню ждать из Европы, только в Москве нету. А это там 30, написано 90 дней. Ребятам нужен штроборез. Ну все, сейчас вот здесь откручиваем вот эту гайку, разбираем и выпрессовываем. Все просто. О чем я говорил, здесь сюда поставили подшипник, этот оранжевый. Такие подшипники ставят на перфораторе, на шатун, там где, по моему мнению, оборотов, по-моему, меньше. И сюда стоит поставить
подшипник зеленый, этой, как на болгарке ставят. Этот подшипник намного дороже, но он не предназначен. Его вот в таких редукторах, в болгарках, в трабаретах, в Маките не ставят. Это именно в перфораторах такие подшипники ставят. 9.02, по-моему. Крутится он как-то туго. Разобрали. Будем мыть. Теперь разберем вот это. Тоже выпрессовываем. Здесь, кстати, на шпинделе, видите, износ какой от игольчатого. Поэтому тут подшипник какой не ставь, оно будет разбивать, да? Да. Вот еще запчасти. Подшипник рассыпался. Ну, ребята тут на него и грузят по 3 диска одновременно. Так что тут неудивительно. Какие-то непонятные прокладки. Шайба. Тут же корпус разбитый. Ну, да, здесь корпус он повреждён. Что, разбираем двигатель. Щетки снимем. Естественно, это все пылесосить надо, продувать.
Вот о чем я говорил. Чему надо всегда разбирать и смотреть. Вот заднему подшипнику борода. Там сервис его вряд ли меняли, вряд ли смотрели. Как бы крутится, работает. Зачем вообще двигатель разбирать и туда лезть? Тут и смазка даже не менялась. Какая была, такая и осталась. В этом редукторе уж точно она. Может быть, добавили туда говна какого-нибудь. Что она вся почерневшая. Тоже вот на том та же самая была трещина. Ключик на 9. Дрожал по замене. Какой? Ну, где кнопка стоит на 95. Помыл запчасти и посмотрели состояние запчастей и принял решение, короче, собрать из двух одну, некоторые запчасти взять с той, все равно они придут новые туда, но они здесь более-менее хорошие. Ну и сейчас соберем и посмотрим, как будет работать. Собрали, проверяем. Работает как новое.